Это канал Бабушка Шошо Игры, и мы продолжаем играть в Китти, глава вторая. Как вы помните, в первой главе мы все вылетели в какой-то телевизор. И куда мы улетели, пока непонятно. Давайте посмотрим. А вот и мой дом. Давай найдем инструменты и отправимся в наше путешествие. Ух ты, ребята, в этой истории Микки Мауса зовут Майк, а Плута зовут Плутон. Подожди, тут Плутон. Что это? Подожди, что это такое? Эй! Эй, ты! Плута, Плута, скорее! Активируй кнопку безопасности нашего дома! Кто-то пробрался внутрь! Ух ты, ничего себе, безопасность у Микки Мауса в доме. Что же он тут такого хранит? Надеюсь, что мы сейчас все узнаем. Ой-ой-ой, что произошло? Где я? Подождите, а где Пинки? О, нет, я должна вернуться за ней. Интересно, а что случится, если я попытаюсь вернуться через телевизор? Кстати, вот он. Но, о нет, он выключен. Я должна найти способ его включить. Китти! Подождите, по-моему, он очень сильно ударился и пока не пришел в себя. Ребята, я должна как можно быстрее выбраться отсюда. Давайте посмотрим, что есть в этом доме. Ух, какая-то комната. Секретная. Смотрите, мы должны активировать контрольную панель, чтобы отключить сигнализацию Микки Мауса. И только тогда мы сможем воспользоваться телевизором. Главное добраться до вот этого рычага в клетке. И тогда мы будем контролировать всю эту территорию. Ну что ж, ребята, задача понятная. О, кот очухался! Бегом, бегом отсюда! Он-то и раньше не был добреньким, а после того, как он сильно ударился об стену, думаю, совсем озверел. Ребятушки, у нас с вами всего 11 минут. Вот он тут, Плутон, держит ключик. О, смотрите, я нашла еще один ключик, так давайте его вставим. Что произошло? Куда делся ключ? Я поняла, ребята, как хитро сделано, видите, за мной сигнализация, которая не позволяет мне пройти туда с ключом. Ну что ж, нужно ее как-то отключить. Вот здесь нужно перекусить синий проводочек. Значит, нужно отыскать кусачки. Кусачки, где вы, кусачки? Так, давайте посмотрим, может быть, можно отключить где-то тут? Нет, ничего не понятно, просто стена. И из нее идет вот этот луч. А здесь что за комната? О, красный треугольничек. Сейчас мы попробуем его вставить в отверстие, и, наверное, этот треугольничек сработает как ключик. А вот это синенький квадратик. Так, где-то я видела квадратик. Вот квадратик, но, ребята, тут нужен зеленый. Ищем зеленый квадратик. Но, может быть, где-то тут нужен синий квадратик. Когда ты что-то находишь, то ты не хочешь с этим расставаться, пока не найдешь его место. Так, ребята, там кот, ай-яй-яй. Смотрите, он что в руки взял? Он теперь за мной охотится с тарелкой, что ли? Или это у него там какой-то барабан, бубен? Странный-странный кот. Вот, треугольничек нам помог. Ребята, в этой главе не только ключики, но и треугольнички и квадратики важны. Они в этой истории тоже много чего открывают. Вот, например, тут нужен зеленый ромбик. А где же у нас розовый замочек? У меня такой красивый розовый ключик. Так, здесь нужен серый ключик. Давайте искать розовый замочек. И розовый замочек, кстати, запоминаем. На диване зеленый ромбик. О, я нашла розовый замочек, открывайся. Так, открывайся, открывайся, дверь. Все открыли, и мы нашли еще какое-то помещение, ребятушки. Что тут творилось? Микки Маус и Плута чем-то тут занимались. Похоже, что это какая-то мастерская. Но не видно, что они тут мастерили. Вот он, ромбик, берем и быстренько сейчас вставим его в нужное место. О, ребята, синий квадратик! Пригодился синий квадратик! Как же здорово, что здесь можно носить несколько предметов сразу. Не надо оставлять их, потом искать. Это мне очень-очень нравится. Пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Так, ребята, я попищала от радости и продолжаю свои поиски. О, опять этот кот! Так, ребята, хорошо, что есть в этом доме мышиные дверки. Ты-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Давайте найдем, куда поставить этот зелененький ромбик. Я помню, это где-то было наверху. О, желтый ключик, ребята. Я, конечно, ромбики люблю, но ключики мне нравятся больше. А вообще, этот Микки Маус, которого теперь зовут Майк,
Очень-очень поработал над безопасностью своего дома. Смотрите, как много всего приходится отыскать, чтобы сбежать отсюда. Итак, ребята, мы с вами подняли рычаг. Ура, ура! Надеюсь, это нам очень сильно поможет. Давайте сходим в интересную комнату и проверим. О, кусачки, ребята, кусачки. А как их достать? Кусачки в клетке. А нам нужно перекусить парочку проводочков. Кот, я совсем забыла про кота, опять забыла про кота. Я так увлекаюсь спасением себя из этого дома, что совсем забыла о самой главной опасности. Из-за этого кота мы сюда залетели через телевизор. Так, вот это наша комната, что же здесь еще такого нужно? Ничего пока не изменилось на этой доске. О, мы еще не открыли эту дверцу, надо открыть, вдруг пригодится. А здесь что у нас? Здесь нужен желтый ключик, вот он у меня есть как раз, открываем. Тидин, а ну открывайся же, открывайся, ящичек, открывайся, у меня ключик. Ох, хорошо, я-то уж думала, что ключ не подходит. Все, подошел, открывайся, ну открывайся. Смотрите, там нужна такая конструкция с красным квадратиком внутри. И мы нашли серый ключик, ребята. Теперь мы сможем открыть коробку наверху. Ой, не туда иду, кстати, вы видели, нам еще понадобится какая-то батарейка. Потому что в этой системе нету энергии. И нам нужна будет батарейка, чтобы все заработало. Без батарейки, видимо, телевизор не фурычит. Так, ребята, ищем серый ключик. Ой, ключик. Замочек. Все у меня в мышиной голове перепуталось. Ключики, замочки, ромбики, квадратики. Все путаю. Так, поднимаемся выше и выше. Кстати, тут, похоже, 4 этажа в мышином доме. Хм, очень богатый Микки Маус, который Майк. Так, вот наш ящик открыли. Там какой-то рубильничек. Мы его подняли, включили. И что же там произошло? Ох, ребята, я правильно понимаю или нет? Так, сейчас я проверю то, что мне показалось. Это показалось мне или это действительно так? Если это так, то очень даже будет хорошо. Так, проверяем. Мне кажется, что сейчас наши кусачки должны быть на свободе. Так, о, ребята, я нашла вот эту штучку с красным квадратиком и катушку. Так, здесь нужна розетка желтая. Ой, как же много всего в этой голове нужно найти. А времени все меньше и меньше. Да, ребята, ура! Моя мысль была правильная. Этот рубильник поднял клетку. И теперь у нас есть кусачки. Кусачками мы сейчас перекусим синенький проводочек. И, по-моему, был еще какой-то желтый. Так, давайте проверим, что можно покусать. Ля-ля-ля-ля-ля. Покусать кусачками. Так, здесь у нас какой-то проводочек был. Давайте сейчас откроем и посмотрим, какого цвета он там. Зеленый. Все, перекусили. Вот так вот, Микки Маус. Твои проводочки перекусаны. Хотя, прости нас, Микки Маус Майк. Потому что ты же не виноват, что мы сюда залетели. Это злой кот виноват. А мне уж приходится у тебя тут немножко похозяйничать. Итак, розеточка, вставляйся. Ну же, что там должно открыться? Ух, ребята, здесь вставляешь, там что-то происходит. Все время нужно бегать туда-сюда, туда-сюда. Итак, опять берем кусачки, потому что у нас еще был синенький проводочек. Так, синий проводочек был где-то внизу. Давайте его отыщем вот в этой комнате, насколько я помню. Да, ура, мы правильно пришли. Хопа, нет синенького проводочка. И синенький проводочек покусали. Ура, ребята, мы отключили эту сигнализацию. Хо-хо, слава богу, теперь мы можем вставить вот этот красный замочек. И что это за комната? Ух ты, здесь это устройство, которое нам пригодится. И батарейка, ребята, теперь мы сможем включить телевизор. А, кот, отстань, брысь, говорю. Чик-чик. Уходи. А, ребята, он от меня не отстает. А интересно, он тоже хочет прыгнуть в телевизор или останется тут? Мне бы не хотелось, чтобы он летел со мной. Пусть остается тут. Поэтому мне надо как-то незаметно включить телевизор и улететь к Пинки. Интересно, а где же Пинки? Очень интересно, но я надеюсь, что она в безопасности. Так, вот здесь вставляем нашу штучку. Хорошо, и теперь давайте поставим батареечку. Так, не сюда. Не сюда батареечка нужна, а вот место для батарейки. Давайте проверим, включилось ли электричество. Так, о, кнопочка выход появилась. Ну же. Да, видите, горит, электричество появилось. Телевизор включен. Ха-ха, привет. Ты думаешь, что так можно легко от меня сбежать? Подожди, Китти, что это? Да ладно, я не попадусь на твою глупую шутку. Это ловушка, я знаю. Нет, Китти, посмотри назад, там стоит огромная мышь. Что? Мышь? Где? Где эта мышь? Так, я понял. Ты надо мной пошутила. Ой, а куда она убежала? Эй, Китти, я здесь! Я тебе сейчас задам, глупая мышь. А-а-а-а!
Я схватил его! А теперь убирайтесь из моего дома! Сказал Микки Маус. Итак, ребята, я отправилась в телевизор. Надеюсь, что я сейчас найду Пинки. Пинки, а интересно, куда она улетела? Смотрите, здесь два телевизора. Куда же мне, куда мне? В левый или в правый? О, еще и третий есть. Где же Пинки? Как мне ее найти? Бабушка, Жошу! Бабушка, мы должны быстро отсюда убежать! Пинки, Пинки! Смотрите, меня схватил кот и унес в другой телевизор! И эта серия будет про Пенни Пигги. Встретимся в третьей главе. Ребята, если вам понравилась история, то ставьте жирненькие лайки. Давайте поддержим мышку.